Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Funny Games, и сегодня мы будем играть в игрушку Super Dog. Так, ну что ж нам скажет этот песик? Эй, чел! Чё-то попробуй достать закуску со стола. Да чё, сложно, подсобишь? Спасибо, чел, говорит нам пес. Все, ок, братюнь, просто нажми и удерживай кнопку. Все, давай. Съел яблоко или нет? Все, да, отличненько. Так, ну что ж, давайте накормим этого пса нашего, ребят. Со стола падает еда, и нам нужно ее, ребятчики, ловить, видите? Мимо. Все, отлично. А как же накормить пса? Арбуз, лови. Яблоко лови. Лови еще кусок арбуза, отлично. Еще кусок, вот так вот, ням-ням-ням-ням-ням. Бери еще кусочек, ой-ой-ой, мимо, ребяточки, все. Песик остался без еды. Так, песик, как же тебя накормить? Так. Что ж, давайте. По новой. Даже арбузы ест. О, хот-дог, ням-ням-ням. Ой-ой-ой, мимо опять, ребяточки. Вы представляете, опять мимо. Нет, никуда не годится. Давайте накормим нашего пса. Чтобы он был доволен. Ням-ням-ням-ням-ням, отлично. Давай второй, вот так вот, ням-ням-ням-ням-ням. Ох, как вкусно, да. Так, сейчас мы тебя накормим, чувак. Вот так вот. Да что это такое, ребята? Ой-ой-ой, опять я проиграл. Никуда не годится. Давайте по новой. Вот так вот, отлично. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Классно, вкусно очень. Вот так вот, супер. Отлично. Опять я проиграл. Да что ж такое-то, а? Опять яблоко уронил. Да как так? А почему с первого раза? Дайте хоть еще каких-то попыток. Одно яблоко падает, и я сразу, ребятчики, проигрываю. Ого, скорость, ребята. Вы только посмотрите, с какой скоростью мне надо съедать. Ай, хот-дог пропустил. Да что ж такое, а? Ну даете, ребяточки. Так, ну что ж, давайте опять попробуем переиграть. Может, у нас что-то и получится. Лучший результат у нас это 9 штук, которые мы, ребяточки, смогли поймать. Представляете вообще? Так, ну что ж, давайте. Ну что, пес, давай, поймай эту штуку. Ням-ням-ням-ням-ням. Вот так вот, уже неплохо. Так, ну что ж, отлично, ребят. Ой-ой-ой, да что это? И что дальше? Мне по голове дал, ребятчики, какой-то арбуз упал на голову. Так, попробую еще раз. Давайте еще раз попробуем. А, можно и дальше. Все, я понял. Самое главное, чтобы зеленым светилось. Все, я понял, ребят, смотрите, как мы... Щелкаем, как семечки. О, зато дошли до 10, вы видели? Но я вам хочу сказать, ребятки, что это вовсе не легко. Это довольно-таки сложная игра, накормить этого пса. Вы только попробуйте. Супердог не прощает ошибок. Да что ж такое. Ох, еще и яблоко по голове дало. Ну, вообще просто супер. Давайте еще раз. Отлично.
Неплохо. Просто супер. Вау, ребята, пёс танцевать уже начал, вы видели, ребятки? Мой пёс уже начал танцевать. Так, ну что ж, довольно-таки неплохо, ребят, да? Так, ну что, это у нас тут реклама. Так, ну что ж, погнали дальше. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням, отлично. Ох, отлично, ням-ням-ням. Как же вкусно вот это все. Так. Ай, опять потерял, ребятки. Самое большее, что я смог набрать, ребят, это 12 очков. Так, ну не стоит расстраиваться, ребятки, повезет в следующий раз. Так, ну что ж, дорогие друзья, давайте, наверное, этот выпуск будем откладывать. И перейдем ко второму выпуску, дорогие друзья. Ну что ж, вы были на канале Funny Games. Обязательно, ребятки, ставьте пальчики вверх, если вам понравился Супер Дог. Подписывайтесь на канал. Пока-пока.